Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Друзья, предлагаю вашему вниманию один из лучших рецептов теста для корзиночек. Они не сладкие и не соленые. Для их приготовления просеиваем пшеничную муку в глубокую емкость. Добавляем масло. Можно как и сразу с холодильника, также можно и комнатной температуры. И все перетираем тщательно в песочную крошку. После добавляем сахарную пудру, щепотку соли, желтки, ванильный сахар, и замешиваем тесто. Тесто долго месить не нужно. Перетираем все тщательно, смешиваем, собираем все большой ком, шар, накрываем пленкой и отставляем в сторону минут на 20-30. После теста достаем и начинаем уже работать. Формируем вот такой вот шарик, размер в среднем как грецкий орех, и наполняем корзиночки. Корзиночки стандартные, рифленые. После ставим на противень и выпекаем при 180 градусах в среднем 10-15 минут. Достаем из формы немного охлажденными. Не сильно долго держите, потому что могут прилипнуть, а так когда они чуть теплые, они легче будут выниматься у вас с формы. И вот прекрасные корзиночки наши готовы. Их можно наполнить творожным парфе, добавить сверху ягодное пюре, заморозить по вкусу как мороженое. Рецепт приготовления есть на моем канале. Также можно приготовить творожный заварной крем, наполнить корзиночки этим прекрасным кремом, добавить любую ягоду, которая есть по сезону. У меня клубника. Рецепт также есть на моем канале. Ссылочка будет у вас вверху. Заходите, пожалуйста, смотрите. Приятного всем аппетита. Не забудьте подписаться на мой канал. Мне будет очень-очень приятно. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.